Всем привет, ребят. Ну что, обновилось серверное время на Тайване. К сожалению, нового героя у нас так и не добавили, но добавили вот такую вот новую локацию, в которой можно будет получить плюхи. Вот это, скорее всего, та локация, которой, возможно, и писалась. Либо это просто, знаете, как ивент. Не знаю, какие будут условия, но он идет, как видите, 24 часа. Поехали, посмотрим, что это за ивент. Вот так вот. Странно. Смотрите, вот здесь можно добавить какие-то эти. Это я так понял, что усиление или что. И мы вот атакуем. Плюс 5. Стран. А, вот видите, следующее типа усиление, либо что это такое. В общем, ничего не понятно. Вот такие вот плюшки. Сейчас мы к плюшкам дойдем. Как-то они вечно атакуют его, что ли, или это надо его убить. Я так понял, что дадут 40 осколков. Это босс. Видите, 10-й босс. В общем, непонятно, что это такое. Короче, ничего не понятно, но вот куда итемы эти будут идти. Я вот еще тоже не могу понять, каким образом добавляются эти юниты. Ну, давайте посмотрим это, я понял, на наградные плюхи. И плюхи довольно-таки обалденные. Акция, судя по всему, бездонатная. Ну, для всех. И плюшки, как видите, книги, девятые, рунки. То есть топовые плюхи с валентом, ну... Эмблемы, вообще чарка, расходники, просто обалденно. Вот единственное непонятно, сколько мы его будем бить. Что это такое и как его бить? Что там у меня, два или три? А, три Ронина и два черепа, судя по всему. А что тут делать? Непонятно. Вот опять я запустил. Это, наверное, знаете, так вот оставить. И можно свободно выходить на 23 часа из игры. Пусть себе бьет. Непонятно. Вообще ничего не понятно. Урон никто никому не носит. А, вот я, смотрите, 100 книг получил. Странно. А, это типа просто надо зайти, запустить и все, что ли? И дают случайную рандомную плюху, по идее. Мы нажали получить. Не знаю. Дальше, я так понял, надо будет прокачивать эти итемы, добавлять их будут. Ну, в общем, ничего не понятно, но здесь этих итемов нет. Но зато есть топовые плюхи, вот 100 книг. Давайте я сейчас побегаю по другим аккаунтам, попробую. Заодно и проверим, что будет падать. Ну, блин, даже так, 100 таких книг, это просто обалденно, я вам скажу. Какой-то гостевой аккаунт у нас. Спасибо, Эджи. Я хочу зайти не сюда. Ладно, давайте быстренько сейчас пройдемся. Встреча Афина даже есть уже. Прям имба героя сразу дают. Так, закрыли, закрыли. Вот это обучение больше всего. Почему нельзя сделать, чтобы люди могли нормально пропускать? Понятно, что для новичков это полезно, но можно просто взять, нажать, пропустить. Да запарили.
А, ну шарик можете показывать. Так, идем сюда. Опять нажимаем. Ага, смотрите, кто у нас здесь выпал. Странно. Ну и тот не убивается. Но почему здесь, наверное, скорее всего, есть привязка к силе. Вот я получил камешки. Обалдеть. Если 600 камней, это реально, ребят, очень обалденная акция. 600 камней, офигеть. Вот это реально крутая акция. Не знаю, я надеюсь, она будет на русском сервере. Получили мы плюх, давайте сейчас. 450. 150, еще разок за 150. Ага. Ну, поехали. Ну, блин, 600 камней, там 100 книг. Для бездоната это просто эпичненько, я вам так скажу. Это реально очень крутые плюхи. Поехали на следующего. Мне просто интересно, почему оно таких типа героев дает. Это просто, чтобы зайти или что? Или когда его убьешь, какие-то плюхи будут. Ну, скорее всего, когда он убьется, будут осколки эти, насколько я понял. В общем, интересно, интересно. Гарпия. Ага. Получается, подбираются герои, которые у тебя стоят на таблетках. То есть ты ими нападаешь, нажимаем. О, нифига себе. Интересно, интересно. Плюс 2 камня. Улучшение на 13 скилл. Обалдеть. Реально круто. Видите, а у меня только 3 героя. Почему мне дали больше? Ну-ка смотрим сюда. Первых 5 героев дали, что ли? Первых 5 в алтаре напало. Получается так. Ай, блин, я вам ничего не показал. Короче, ребята, напало. Вот, получил камешки вот такие. Напало там первых 5 героев получилось. Давайте еще на какой-то ак забежим. Я надеюсь, я не завтыкаю, не переключу. Ну, реально круто. Посмотрим. Но судя по всему, блин, если такие плюхи, то это реально кайф. Так, роллинга не избежать. Воу-воу-воу, хранитель. Добрый вечер, хранитель. Ну, это я, конечно, зря делаю, что это я вот так вот делаю. Тыковка, ничего себе. Так, ладно, с этим закончили. Интереснее посмотреть на эту акцию. Реально крутое событие. Так, смотрите, какие герои у меня тут напали. Видите, то есть это ничто никуда не влияет. Нажимаете, так, топа, чик. И 600 камней. Обалдеть. Реально круто. Вот тут вот IGG красавчики, если такие плюхи будут и на других серверах. Хотя не исключено, что этой акции нигде больше не будет. Это, знаете, это так. До сих пор пока ничего не завезли. К сожалению. Можно огника словить. Реально круто. Ну что, что я могу сказать по поводу этого события? Реально крутое, плюхи обалденные, но как видите, нам с двух аккаунтов упало камешки, на одном упали на книжечке, а на одном, вот видите, опять напали. Вот посмотрите на героев и посмотрите, я вам сейчас покажу алтарь. То есть вот первых 5 героев получается там нападает. Ну, не знаю, каким образом, видите, на таблетке тут только один ниндзик стоит. Короче, непонятно ничего.
В любом случае интересно будет, когда эта шкала заполнится. Я не знаю, что надо делать, но это будет интересный обмен. Это понятно, у нас такого не будет. Даже не стал вам видос снимать. Но, блин, нереально крутое, крутые награды. Еще раз забегу, посмотрю, что там дают. Да, блин, обалденные коробки. Вот даже чарку эту вытащить для бездоната, это нереально круто. Эмблемки восьмые, блин, талантики, ну вот 10 камней. Круто. Реально круто. Ну, посмотрим. 23 часа дается, я не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Или это надо зайти, и они будут драться там 24 часа. В общем, пишите комменты, что вы думаете. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.